В связи с последними погодными аномалиями большинство пешеходных зон города попросту завалило снегом, что, разумеется, доставляет огромные неудобства жителям. В связи с этим представители Госавтотехнадзора провели рейд, чтобы посмотреть, как же коммунальщики города убирают пешеходные зоны и автобусные павильоны от снега и наледи. Такие контрольные мероприятия территориальным отделом номер 16 Государственного административно-технического надзора Московской области проводятся ежедневно с начала выпадения снега. Вот, смотрится, насколько хорошо и качественно убираются тротуары, пешеходные дорожки. Особое внимание уделяется лестничным сходам, потому что это наиболее опасные места для движения пешеходов. И эти объекты должны убираться от снега, наледи, обрабатываться противогололедными материалами в первую очередь. По словам сотрудника Госавтотехнадзора, замечаний в этом отношении хватает. Из-за того, что город у нас большой, коммунальные службы попросту не успевают приводить пешеходные зоны в порядок. И достаточно сильные снегопады были, поэтому много еще адресов, где не в полном объеме проведены мероприятия по уборке снега и наледи. Мы такие объекты и адреса выявляем, и эксплуатирующие организации понуждаем к срочному принятию мер. В случае, если меры по уборке территории не будут приняты вовремя, организации, ответственные за содержание тех или иных объектов, будут привлечены к административному наказанию. Температуры колеблются от низких до плюсовых, и очень эти температуры способствуют к образованию наледи. Поэтому наиболее опасные места должны своевременно обрабатываться противогололедными материалами. И за этим очень пристально нужно следить, потому что наличие наледи это может повлиять на причинение вреда здоровью граждан, что недопустимо. Также сотрудники Госавтотехнадзора не забывают следить за содержанием придомовых территорий, парковочных мест и подъездов к контейнерным площадкам. Игорь Чернышов, Дмитрий Корунов. Для программы «Городские вести».